Шампунь бессульфатный для чувствительной кожи головы. Это очень мягкое средство. Оно в первую очередь нужно тем, у кого кожа головы склонна к сухости. Мы знаем, что шампуни в первую очередь подбираются по типу кожи головы. Но в то же время этот шампунь сохраняет цвет окрашенным волосам. Благодаря предельно мягкой основе. Здесь комплекс ПАВ, который не содержит сульфатных очищающих компонентов. Это кокаглюкозид, кокамид-пропилбетаин, это кокаилазоцинат натрия и другие ПАВы, которые мягко очищают волосы от остатков стайлинга, от грязи и от себума, который выделяет кожа головы. Помимо мягких ПАВ, у данного шампуня есть еще активы. Активы, которые улучшают микроциркуляцию, это гинкобилоба, это экстракт овса, это комплекс аминокислот, который будет еще мягко воздействовать на кожу головы, соответственно, способствовать улучшению микроциркуляции в области волосяного фолликула и улучшать структуру волос. Данный шампунь хорошо увлажняет как длину волос, так и кожу головы, качественно очищает. И, кроме всего прочего, улучшает гладкость, придает блеск волосам, особенно в сочетании с соответствующим подобранным по типу волос кондиционером или бальзамом. Также можно использовать какие-то маски, комбинировать с другими линейками, то есть все в ваших руках. PH данного шампуня тоже физиологичный, между 5 и 6, в среднем около 5,5. Шампунь бессульфатный для чувствительной кожи головы, наносится на влажную кожу головы и волосы. Можно помассировать какое-то время и смыть водой. Если необходимо более тщательно промыть, можно использовать такую манипуляцию дважды. Если вы используете много стайлинга, то можете комбинировать, допустим, раз в две недели использовать шампунь для жирной кожи головы, а все остальное время пользоваться бессульфатным. Подходит для ежедневного применения.